spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. После наступления холодов и образования льда на водоемах, многие рыболовы продолжают ловить хищников. Кто-то использует балансиры и блесны, а кто-то предпочитает живцовую снасть. И сегодня в нашем обзоре представлены жерлицы от компании Namazu. Они имеют классическую конструкцию и просты в эксплуатации. Давайте поближе рассмотрим одну из них. Напоминаем, что максимальное количество устанавливаемых жерлиц регулируется законодательством и не рекомендуется его превышать. Представленная модель состоит из трех элементов. Круглое основание. Оно изготовлено из пластика, имеет диаметр порядка 190 мм. Благодаря такому размеру им можно накрыть лунку, сделанную ледобуром практически любого размера. Снизу, по периметру, имеется небольшой бортик, помогающий всей конструкции прочнее стоять на льду и тем более на снегу. Также в комплекте идут пластиковые стойки. На них закреплены катушки диаметром порядка 87 мм. Все они имеют свободный ход в обоих направлениях, который можно отрегулировать центральным саморезом. Для подмотки лески предусмотрена небольшая ручка. Ну и, конечно же, флажок. Это яркая ткань размером 7x6 см. Такой цвет отлично выделяется на фоне белого снега. Материал крепится к металлической пластине шириной 5 мм и длиной почти полметра. А чтобы острым концом не порвать сумку при хранении или не пораниться самому при установке, нижняя часть защищена пластиковым колпачком. Соберем жерлицу. Для этого закрепим стойку в специальном пазу основания. Осталось установить сигнальный флажок. Итак, вся конструкция устанавливается над лункой, леска пропускается через радиальную прорезь, а флажок фиксируется в катушке. Теперь ждем, когда щука схватит живца и начнет сматывать леску. При этом распрямится сигнализатор, сообщающий о долгожданной поклевке. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.